28-му турниру К1 FIA World Series в Кишиневе все готово. Бойцовское шоу состоится завтра в легкоатлетическом манеже. Участники прошли медицинский контроль. Не обошлось и без традиционной дуэли взглядов. Наибольшее внимание приковано к поединкам за чемпионский титул в весовых категориях до 65-77 килограммов. Станислав Реница и Дмитрий Сырбу представят Молдову в пирамиде веса до 65 килограммов. Возможно, все. Выступаем дома, мотивированы и подготовлены. На кону чемпионский пояс проекта FIA. Все хотят получить пояс. Это еще одна возможность доказать всем, что я лучше в весе до 65 килограммов и заслуживаю пояс. В пирамиде весовой категории до 77 килограммов участвуют молдаване Константин Русу и Дориел Кристиан. Они также могут встретиться в финале. Уверен на 100%, что оба моих соперника окажутся в нокауте. Обещаю, что пояс останется дома. Принесу его себе домой. Думаю, ему приснился сон, самый кошмарный. Надеюсь, соперник хорошо тренировался. Сейчас будет выглядеть получше и не расплачется, как маленький ребенок. Пояс будет мой. Я чемпион, и пояс останется у меня. Один из самых интересных поединков пройдет в весе до 95 килограммов. Здесь на ринге сойдутся молдаванин Александр Бурдужа и Младен Кужундич из Хорватии. Есть у нас адверсар форте потерники, экспериментаты, после спунка и унудин, чем я бонни карьера. Это очень сильный опытный боец, один из самых лучших в моей карьере. Но я готов, ждем субботу, предстоит яркий бой. Луптатурий си олег форте биниш минциоз. Отбор бойцов проводится очень тщательно, его осуществляет команда профессионалов. Все бойцы примерно одного уровня по своим способностям, характеристикам и профессионализму. Надежда Канцер встретится с Фундой Алкаиш. Николай Карауш выйдет на ринг против Драгоша Имбри из Румынии. А Максиму Болотову предстоит поединок с сербом Михаилом Кицуевичем. Всего в программе соревнований 18 боев.